Россия, 85 приключений. Срок приема работ для участия в конкурсе на лучший ролик с хэштегом 85 приключений продлен до 15 августа. Как сообщает федеральный Минкульт, в рамках проекта, запущенного редакцией Russia Beyond, будет собрана коллекция приключений в каждом из регионов страны. В результате онлайн-голосования будут определены 10 лучших приключений в России. Темы приключений варьируются от проведения культурных мероприятий до посещения уникальных природных объектов и знакомства с местными деликатесами. Проект призван повысить привлекательность субъектов Российской Федерации для внутреннего туризма и увеличить интерес соотечественников к этническому и культурному многообразию России в целом и своей малой родины в частности. Победители конкурса получат призы, а их ролики могут попасть в итоговый документальный фильм про самые захватывающие приключения России.